Скажите, пожалуйста, по поводу потоков воды на биоплато. Как лучше его обеспечить? На дно биоплато или же на поверхность? И стоит ли делать аэрацию в биоплато? По схематике подавать воду сверху вниз или снизу вверх, скажем так, ну, имеет какая-то там разница, но в конечном итоге то есть фильтрация происходит одинаково. Тут больше она все-таки подстраивается под химический состав воды, которая доливается в источник, из источника, и плюс анализируются дополнительные там факторы, там как солнце, тени, листва и так далее. То есть если пруд интенсивно загрязняется там пылью, падающими листьями, опять же таки лиственными деревьями там или кустарниками, вот, то соответственно образуется больше аммиака, то есть лучше подавать воду снизу, вот, так как бактерии будут перерабатывать его. А если говорить о том, что в источнике долива аммиака меньше, но больше, например, нитратов, то надо подавать сверху, чтобы растения сразу сорбировали, втягивали в себя этот нитрат. Тут построить систему можно и так, тут вопрос, наверное, зависит от индивидуального экобаланса, то есть вы можете запустить систему, вот, циркуляции, она у вас там живет там 2-3 недели, можно померить параметры воды, и вы понимаете, есть у вас азотный цикл, нет азотного цикла, то есть в разных местах забора берете воду, делаете анализ и понимаете, запустился азотный цикл или нет. И, соответственно, уже анализируете по составу, по химическому, надо ли менять потоки, делать его наоборот. То есть как будет лучше работать, если перепустить наоборот. И еще там тоже второй вопрос, надо ли аэрация или не надо аэрация. То есть это все исключительно больше индивидуально. И мы, скажем так, большую часть все время делаем поток снизу вверх. Единственное, что либо подключаем, либо не подключаем аэрацию. Вот и все. То есть либо наши процессы построены без кислорода, либо с кислородом. Но система без кислорода более инертная. То есть она запускается дольше, она скажем так, тормозится дольше, то есть меньше колебания какие-то там возникают. А в кислородной, если, например, по кислородной зоне построена, то система, скажем так, ну, отзывчивая. То есть, грубо говоря, если возникает проблема, пруд может засвести там на второй, на третий день. Но стоит запустить, там, восстановить циркуляцию и избавиться от проблемы, то она также и чистая вода станет тоже за такой же период времени. То есть как-то так. А если нет кислородной зоны, то система это не 2-3 дня, а неделями может быть. То есть она увеличивается, скажем так, она становится более инертной.